то есть и долгие упорные тренировки. И у нас была очень слабая команда, то есть у нас был совсем другой состав. Потом потихоньку мы себе набирали новых людей, которые играют достаточно лучше тех, что были раньше. Ну вот, потом у нас сформировался хороший состав. В планах организаторов проведение таких чемпионатов каждый сезон, а также развитие дисциплин, не особо популярных в нашей стране, но номинированных на мировых соревнованиях.